Друзья, всем привет, меня Вильмир зовут, компания X-Motors. И сегодня хотелось бы сказать пару слов про 200-кубовый скутер, который по документам в итоге 49,9 кубов. Двигатель модернизированный, замена ЦПГ произошла. Благодаря ей, по факту, у нас выходит 18 лошадиных сил. Тот скутер, который не нужно ставить на учет в КАИ, идеально подходит также для дорог общего пользования. И спокойно можно выехать, поехать, покататься где-нибудь по бездорожью. Благодаря хорошему высокому протектору. Также внешний вид мотоцикла просто завораживающий. Ослепительная светодиодная оптика. Давайте покажем ее. Габариты, ближний, дальний, все светит. Также у нас работают поворотники. Сигнал. Информативная панель также показывает то, что поворот включаем, моргает, подсказывает все. Бензобак и положение скоростей. У нас оборудован багажником данный скутер. Также где багажник у нас идет. Сейчас, секундочку. Оп. У нас багажник, можно без проблем положить сюда, будет шлем. И также бензобак. Бак у нас на 5 литров. Эти 5 литров спокойно откатаете 120-130 километров без какой-либо дозаправки. Очень мягкая, удобная, полноценная большая сидушка. Может уместить спокойно 2 человека. Электростартер, кикстартер. То есть без проблем можно завести, когда у вас сядет аккумулятор. Поставь его на подножку полностью. Отмули его на рога. Убираем эту подножку. Ключ. Зажигание. Все, завел полпинка. Коробка, как обычно, вариатор, скутер. В данный момент я его разогнал до 90 км в час, то есть без проблем, без каких-либо напрягов, с моим весом почти 100 кг, я разогнал его до 90 км в час. Техника очень интересная, очень радует нас. Большой спрос на данные модели, так же как на Smart 2, на Smart 1, на Vento Corsa, все 200-кубовые, которые выдают 18 лошадиных сил. Что еще можно сказать про данную модель? Очень-очень красивый, очень завораживающий, хорошее сочетание цветов, опять же. Выхлоп у него не громкий, спокойно вы заведете его во дворе где-нибудь, также в помещении не будет так сильно гудеть. Также у нас есть пульт дистанционного управления, с которым можно без проблем завести его. Все, то есть ключи, вот они, завел. Также поставили на сигнализацию его. Давайте проверим. Все, он пищит. И пищит хорошо, слышно будет сдалека. Также хоп. Все, сняли сигналки. Обращайтесь в салон X-Motors. Всем удачи, всем пока.